Здравствуйте! Позвольте вам представить замечательную игрушку-каталку «Гусеничку» от фирмы Simba Baby. Эта игрушка предназначена для детей от года. Но мы с моей маленькой дочкой играем с 5 месяцев, так как гусеничка полностью безопасна, не имеет никаких мелких деталей. Данная гусеничка прежде всего каталка. Если ребенок потянет за веревочку, гусеничка двигается. При этом вы слышите характерный треск. Это трещат колесики и привлекают внимание ребенка. Гусеничка может передвигаться еще и следующим образом. Как настоящая гусеница. При этом вы слышите, что при нажатии на кнопочку она пищит. Вверху гусеницы есть еще вот такая кнопочка. Ребенок может нажимать легко своими маленькими пальчиками. Раздается такой щелчок. И в синем шарике находятся вот такие мелкие шарики, которые ребенок тоже может передвигать, но достать их оттуда не может. Все абсолютно безопасно. Также с помощью данной гусеницы ребенок может изучить цвета. Вы видите разноцветные шарики. Гусеница имеет симпатичную милую мордашку. Моя маленькая дочка любит грызть гусеничку за вот этот носик. Я думаю, эта игрушка обязательно понравится вам и вашему ребенку. Спасибо за внимание!